Ликвидация компании, ее реорганизация или продажа ее активов – это сложные процессы, состоящие из большого количества связанных друг с другом задач. Необходимо погрузиться в специфику бизнеса, с которой вы до этого могли быть вовсе не знакомы, изучить законодательство, выработать оптимальный план действий. Все это словно огромный запутанный клубок, который растягивает работу на многие недели и месяцы. Но благодаря IT-технологиям этот процесс можно сделать понятным и структурированным. Мы предлагаем CRM – управление активами. Она поможет упростить процессы ликвидации, реорганизации и продажи. Как это работает? Вы выбираете шаблон проекта или создаете новый. Каждый из шаблонов включает в себя набор стандартных задач, которые вы можете дополнить собственными задачами. Вы назначаете ответственных и определяете ресурсы, которые нужны для реализации. Вы можете отслеживать состояние выполнения процессов, видеть, на какой стадии сейчас та или иная конкретная задача или процесс выполнения в целом. CRM становится навигатором для исполнителей и помогает им помнить о каждом мельчайшем шаге. Руководителю дает возможность контролировать ход выполнения проекта. CRM – управление активами. Наши технологии помогут вам организовать эффективную работу –